Ульяновскому государственному аграрному университету 75 лет. ВУЗ был создан в военные годы на базе Воронежского зооветеринарного института. В 90-х годах прошлого века его преобразовали в академию. И лишь в прошлом году заведение обрело новый статус. В любом случае, дата уже достаточно такая серьезная. Можно подводить некоторые итоги, можно строить планы на будущее. Но я говорил о том, что не может быть будущего без прошлого. Мы должны знать свою историю. Вот уже несколько лет ВУЗ носит имя российского реформатора Петра Столыпина. Статус одного из лучших в стране ВУЗ подтверждает постоянно. Только за последние 5 лет в стенах университета было защищено 70 кандидатских и 9 докторских диссертаций. Зарегистрировано около 100 патентов. ВУЗ – постоянный участник агропромышленных выставок и международных салонов изобретений, а еще обладатель президентских грантов. Ульяновский государственный аграрный университет широко известен не только как великолепная кузница кадров, но и как локомотив научно-технического прогресса, регионального и даже отечественного сельского хозяйства, хорошо известный за пределами и нашего округа, и даже нашей страны. Конечно, для нас аграрный ВУЗ является это флагман в развитии сельскохозяйственной отрасли. Мы, как Министерство регионального сельского хозяйства, достаточно тесно взаимодействуем с аграрным ВУЗом. И вы знаете, что мы одни из первых, кто по итогу 2017 года подписали соглашение о создании научно-образовательного кластера развития агропромышленного комплекса. На торжественном собрании зачитали поздравления ВУЗу от спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, а еще от министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева. Лучших преподавателей и научных сотрудников университета наградили министерскими наградами и почетными грамотами губернатора. В честь юбилея состоялся праздничный концерт с участием самодеятельных коллективов.